Артём, прием! Мой сигнал пропадает!
осматривается выйти и вследствие этого оказывает наиболее сильное влияние на бездушные организмы. Активное вещество вызывает серьезные патологии развития в молоде моллюсков и ракообразных, приводя к их быстрой гибели. Однако мальки сама в опытном резервуаре за время эксперимента нисколько не пострадали и, напротив, по темпам роста превзошли контрольную группу в 4 раза. На биологические виды рыб вещество, похоже, практически не влияет. Окунь и плотва показали незначительное повышение темпов роста, без негативных эффектов. Да, слышу, трахтит.
родная, ай, молодца! Теперь тебе к лобиномойке надо. Только ты уж там того, аккуратно.